Хей, гайс, у меня шмики, мы продолжаем бродить игру под названием Hades. Ну что? Блин, в принципе, только 5 забегов у нас с вами было. Неудивительно, что я не так дохожу до конца. Я, короче, чекнул, что за режим, который у нас в настройках называется божественный режим. Короче, он дает 20 сопротивления к урону. При каждой смерти нам прибавляет по 2% к сопротивлению. Максимум может быть 80% к сопротивлению. В принципе, давайте сделаем хотя бы какой-то еще промежуток времени. И может быть тогда, да, возможно, быть я его включу. А если говорить в общем, я чекнул также боссов. А червь разновидности нету. Я не знаю, почему тогда вообще не стрелял мне стрелами. Это очень странно. Есть разновидность, это первых, гарпий. И все. Отец Аид, он как раз был финальным боссом. И все. Это то, что я знаю. И там конец был бы. То есть, считайте, мы почти с вами смогли пройти. Так, ладно, что, прокачать я больше, в принципе, ничего не могу. Мне нужно 20 ключей для того, чтобы открыть этот ништяк. Пойдем, я думаю, тогда. А, подожди, а я в документах все посмотрел. Надо, кстати, чекнуть. И у нас с вами новое теперь оружие есть, с которым мы, кстати, пойдем. Это копье. Не знаю, насколько оно многофункциональное. Но думаю, будет прикольно с ним. Ага, добавился. Гипноз. Может показаться, что гипнозу не хватает сдержанности, но он приносит некоторую радость, хотя и довольно необычным образом. Печальные процессии выстраиваются в доме. Так, ну по идее все, да? Врагов на самом деле, походу, если смотреть... Я не знаю, может локация как раз... У нас еще что-то и закрыто. И, кстати, насчет заданий на листке. Когда я говорил, нужно будет запоминать, какие мы бафы брали, какие не брали. Да, всего лишь 6 видов оружия. Там, кстати, тоже тема, что оно отображается в игре. Оно в игре отображается как этот, свиток. Над предметом появляется. Но сейчас... О, сразу же. Вот, видите, вот. Вот этот свиток, он как раз и говорит о том, что мы его еще не брали. Атака после рывка наносит урон 3 раза, но дальность рывка сокращается. Это как? Так, особый удар наносит 50 урона, 50 к шансу нанести критический урон при вращении. Ну, кстати, я не знаю, на самом деле, буду я ее использовать или нет. Давайте это попробуем. О. Манать, это тема. Да, типа, рывков меньше становится, но все же это тема. Жестко. Ну да, то есть уворачиваться будет очень тяжело от боссов. Ну, как говорится... Знаете, это в натуре тема жесткая. С тех пор, как мы видели в последний раз, ты сильно продвинулся на своем пути, собрат. А это значит, на твоем счету бесчисленное количество смертей. И я хочу выразить свое
одобрение. Так, атака накладывает эффект гибели. Блин, ну атака накладывает эффект гибели, это самое прикольное, что, в принципе, есть в игре. Особый удар накладывает эффект гибели. Ну, я его не брал, поэтому надо это взять. This is my fight. Hit me. Почему, в принципе, нет? Где? Так, оглядеть. Глубокий разлом подземного мира. Пустота, где незаметные времена зародились всю жизнь и разум владения хаоса. Земля почти недоступная даже взором обитателей царства смерти. Нельзя ли потише? И как я понимаю, вот это золотое кольцо, это будет улучшенный типа предмет. Ты передвигаешься во тьме и почти полностью невидим. Синаида. Даже мне пробывает нелегко ощутить твое присутствие. Время от времени передо мной мелькают образы олимпийцев. Но вот ты вечно скрываешь вуалью. Такого влияния ник ты. А, то есть его предметы не отображаются? Да, скользкая услуга во время следующих трех схваток не может подбирать... Ага. После этого дары с вероятностью 17% могут оказаться редкими. Следующая трехсхватка, каждая атака потеряет у... Ну, это такое себе. Блин. Блин. Жесть, оно слабое. Но мне хп надо. Мне сейчас по хпшке нужно идти. Да, мне уже легче бегать просто. О, рыбачить? Лу. А у нас же удочка, точняк. Еще одна. Рыбачить. Рыбачим. Нажмите Е, когда клюнет. Damn. Проклятие. Блин, интересно, как оно работать будет. Так, на защиту, либо на дурман. Мне нужна защита в... О, у меня, кстати, этот увеличился, поезд. И там я буду с мини-боссом сражаться. Ну, давайте на защиту. Только у меня бегань, конечно, нету. Зато у меня потом будет урон хороший. Ну, я не... Хотя могу подарить, подожди. Я уже дарил ей. Нет, можно получить, посмотреть, что она мне даст хотя бы. Хотя я хочу для этой змеюшки оставить это. Подарю потом. Ты же познакомился со своими дальними родственниками. У каждого из нас свой нрав, и порой мы не разделяем взглядов друг друга. Однако я думаю, каждый из нас желает тебе самого лучшего. Помощь эфи... А. Да.
Атака становится урон от атаки. У-ху-ху-ху. Нажми и удерживай, чтобы использовать основную атаку. Ебать. 59 урона. Манать, это бомба. Так, а у меня сколько еще? Один, да, остался? Прожить. У меня сейчас такой сейчас будет бешеный урон. Отлично. Хоть это, у меня есть дело поважнее. Вот так вот. А у меня, кстати, денег не так уж много, да, по золоту? Больше хп, больше жизни. Ай. Мне кажется, либо у меня рывок все равно стал меньше. Так, хорошо, надо думать. Ну, мне все равно на прокачку надо больше. Кристаллы, то ладно, бог с ним. Но урон в секунду — это просто что-то с чем-то. Еще хп идем. Потому что самое сложное — это будет ядовитая зона и... Так, надо улучшение брать. Берем улучшение. А, сразу с взлету? Power of Olympus. Zesty. Ну шо, босс. А, да ладно, я магазин проскипнул, получается. Блин, рву какой-то странный. Или подожди, он меня навсегда понизил. Или это баг какой-то, я не знаю. Ты от меня не избавишься, Мэг? Скажи мне кое-что. Зак, удовлетворен мое любопытство. Знает ли твоя родня на Олимпе подлинную причину, по которой ты пытаешься сбежать? Я расскажу им об этом в свое время. И это моя семья. Они обязательно все поймут. Глупец, ты не понимаешь, во что ввязался. По твоей вине будет разрушены те шаткие отношения, которые еще связывают повелителя Аиды с неблагородным олимпийцами. Ну,
Изи, без урона. Я это сделал. Ну да, главное рога делать. Блин, оружие офигенное просто. Оружие реально офигенное. И, кстати, когда я смотрел боссов, я увидел, что у чувака было 4 таких херен. Поэтому там можно 4 штуки такие получить. Это жопа. Где надо стараться? Ну, блин, я смотрю, что в среднем за 15 минут я добегаю до... Биса. Подожди, сколько? 38. Так, что можно у тебя приобрести? Такое. Let's go up. Check. Но это странно, все равно, что слишком мало комнат с боссами, если так подумать. Как-то рывок у меня в натуре какой-то слабый. Я типа и могу и так пройти, но я говорю, если затяну с игрой. Удары я не буду прокачивать. Вот основную атаку надо. Там, потому что плюс еще отражение. Так, мне нужны ключи. Это, конечно, кристаллы это прикольно, но мне нужны ключи. Мне ключи вообще не попадалось за эти забеги. Испытание ради 100 золотых. Ай, блин, надо было посмотреть, что там было. Ладно. Ну, это, считайте, халявный постоянно предмет. Я могу ему, короче, кстати, подарок подарить. Хотя... Ай, ладно, он слишком часто попадается. О, легендарка! Так, в следующие 3 обычные схватки количество врагов будет увеличено 54. После этого ты получишь один... Плюс один заряд. А, один заряд неповинуемой смерти. Это чё? Восстанавливай 50% места смерти, когда заканчиваются все очки здоровья. Один раз за ран. Ну, блин, почти в 2 раза больше врагов. Да, минус хп. Эй, дружище, я слышал, что Эфина уже говорила с тобой. Она классная, если знаешь ее поближе, вот. У меня есть кое-что для тебя стиле. Какая редкость. Получите хп, когда подбираете, и получите одну сейчас. Очко плюс 3 за хп. Если хп уменьшается после схваток, оно будет восстановлено до определенного... предела. Ну, мне нужна баночка. Cheers to that. Who doesn't love this stuff?
Мне хочется баночки. У меня только один путь. Только сюда. Ну, пойдем только сюда. Не, ну это в натуре имба. Но это в натуре имба. А, только по 5 их дают. Только, блин, я сюда, конечно, пойду. Я могу одну банку, кстати, певице дать. Должно быть. О. В скромном жилище в глубинах Асфольда звенит прекрасный голос одинокой Эвридики. Однажды она пыталась забежать из подземного мира, но, как и принц Загрей, потеряла сокрушительную неудачу. Так, во-первых... Эврида, спасибо, что так гостеприимно принимал меня в своем уютном доме. Не могу сказать, что в последнее время мне попадались уютные места. У меня есть для тебя необычный подарок. Ой, как мило, с твоей стороны твое королевство величество. Принеси мне свежие ингредиенты. Знаешь что, у меня для тебя тоже есть кое-что есть. Поможет в пути. Спасибо тебе. Какой-то желудь. О, да ты умираешь с голоду, милый. Сейчас мы это с этим разберемся. Так, давай, что мы тогда делали? Так, деликатес поднимает 4, да? А у меня предметов не так много. Редкий ароматный напиток. Следующие 3 дара, которые ты найдешь, будут обладать улучшенной редкостью. Ну блин, фиг его знает. До следующего урока. А, пусть будет. Просто неплохо. Так, и чё 2 схватки, да? А что оно улучшило? Вот это улучшило. Урон 100. Героический. Эпический. А интересно, героический это самое максимальное улучшение? Подожди, оно улучшает 2 вот этих или пассивки тоже считаются? Интересно. Спасибо еще раз. Еще увидимся. А, не. Эгги, береги себя. Не поделишься ли своими знаниями о том, какие жуткие чудовища ждут меня на следующем адском острове? А, друг Харон? Угу. Ну, мне нужно это будет взять сейчас. И я все равно возьму хпшку. Нифига она хилит. Это мощный. Я знал, что этой гнусной лодочек не подведет меня. И среди его товаров ты найдешь мой дар. Так. Следующая атака или особый удар после убийства врага нанесет больше урона. Когда ты получаешь урон, эффект гибели.
Бай-бай, ну, я не знаю, я могу взять. С другой стороны, я потрачусь. С другой стороны, могу это взять и отхилиться потом от фонтана, где босс. О, привет, братец. Странно видеть тебя здесь, среди товара моего партнера по бизнесу. Должно быть, это какая-то бюрократическая ошибка. Каждый раз при входе в зал ты получаешь сокровище. Атака становится быстрее. Так, особый удар. Скорость особо... Так. Не. Ну, мне это прикольно, но мне нужен стремительный удар. Прикол. Ну, поехали к боссу. Но мне все равно, кажется, я отхилюсь. Если я еще буду осторожно сражаться с боссом, то почему нет? Не, копье мне нравится. Копье офигенно. Не надо близко к врагу подходить. А слушайте, он поменялся. Просто минус. Так тебе. Я осколки, кстати, забываю использовать. Блин, надо будет отхилиться где-то. Вот это не дело. Сейчас придется потратиться на хил. Фу, я подумал, я за текстуру упал, я думал, бля. А, у меня монет нету. Наверх. Не, ну это на самом деле очень классно. Только мне кажется, минотавр меня убьет. Почему у меня рывок такой короткий? Не знаю, может мне кажется, но мне кажется, рывок у меня короткий. Все, увидел. Я думаю, то что-то не то, блядь. Оно вон на что оказывается. Монати не живучие. Ха-ха.
Так. Особый удар по броне. Круговая атака. Удерживайте атаку, чтобы нанести смертоносный удар. Ты больше не сможешь использовать круговую атаку. Но мне нужно это брать. Потому что... Если так подумать, мне в натуре не хватает пробития хпшки противника. Что-то я смотрю, что врагов не бывает, хотя эффект сбросился. Что за бред? Где-то меня обманывают, походу. Блин, ну и чуваки в натуре жесткие, их не пробиваешь. А, то есть... Он к рандомному оружию летит. 8 урона. Место опасное. Так, давайте думать. Ну, Посейдону мне не надо, там еще мини-босс какой-то. Пойдем дальше просто в арену. Получим 100 золотых. Что меня дамажит? Ах, ты ж ё-моё. А я тут думаю, чё за херня? Там лучники чертовы спрятались и стреляли по мне. Надо было, наверное, магазин сбегать.
Ага. Там. Жопа боль. Жопа боль. Воу. Вот это плохо. Если будет возможность пойти к Харону, надо к Харону сразу идти. О, испытание на ХП. Посмотрим, как, кто здесь будет. Это был твой выбор, не мой. И ты заставил ту войну, несмотря на то, что ты, как и все, знал, можешь положиться и конец, но ты оказался это сделать. И теперь я здесь. А ты? Ты не со мной. Что же? Ступай своей дорогой, незнакомец. Тебя ждет множество теней. Жаждущий вступить в бой. Я просто проходил мимо. Ты выглядишь менее воистиннее, чем прочее. Могу ли я узнать твое имя? Меня зовут Загрей. Имена придуманы, чтобы их забывать, незнакомец. Тебе не следует здесь находиться. Пусть Мойры будут благословны к твоим странствиям. А на случай, если у них другие планы, вот возьми. Тень предлагает несколько отличных товаров на выбор. Восстановить все заряды неповинуемой смерти. Это типа ульта, да? Золотой гидролей. Следующие 5 залах восстанавливают 30% при входе. Во время следующих 10 схваток атака наносится на больше урон. Спасибо. Ну, если ты выберешься. Среди высеченных из каменной пороки мухом залов, Элизиума высечена бесчисленной памятников величайшим героям смертного человечества, прославляя как их жизнь, так и смерть. Здесь вообще так же мрачно, как и дома. Блин, я бы ему подарок подарил. О, там два этих я получу. Две улучшалки. Ну, блин, мне ХП надо. Так, наносит... Бросок наносит... Ты наносишь 50 урона врагам, ранее не получившим урона. Поверженные противники с вероятностью 15 могут... Три схватки, да?
Ну, я могу купить, потому что мне нужно отхилиться. Мне надо отхилиться. Бля. Ладно, магазин. Надо отхилиться. По-быстрому. Классно отхилился. Круто отхилился, как говорится. Давайте купим здесь все. Так, когда ты получаешь урон, враги вокруг тебя тоже получают урон. После смерти враги наносят урон другим ближайшим. Рывок становится урон ослабляя. Поехали. Битва с боссом. Нихера я не отхилился. Зашибись. Харон меня подвел. В этот раз. Господа. Что ты можешь противостоять благородным узам Браса, монстр? Не стоит преуменьшать его возможности, царь. Он более могущественный, чем кажется. В этот раз нам следует быть осмотрительным. О, я крайне осмотрительный сейчас, Астрей. И если бы я все еще был жив, я бы абсолютно точно был безмерно счастлив проткнуть это в гнойный своим копьем или уничтожить его любым другим достойным мне способом. А теперь вперед. Воу. Yeah.
Ух, будь ты проклят. На самом деле, ладно, самый сложный здесь это бык. Хорошая штука. Пока живем. Неплохо. Пока что очень хорошо. Идем. И без уровней сложности. На самом деле, там его можно включать, типа на боссов заходишь и типа сопротивление получаешь. Не жди ничего хорошего за пределами моего царства. Так, надо хилиться, потому что это жопа. А, подожди, у меня же стоит предмет, да? Я думаю, если я сейчас потрачу, я зря, может, потрачусь. Я все равно отхилки буду. Ну, давайте пока ставлю. Там глянем. Ой, сейчас же противные эти ядовитые черти. Ай, блин. Ладно, нормально. Храм Стикс. Теперь принц подземного мира отделяет от внешнего мира, который он так отчаянно стремится увидеть, лишь огромный храм Стикс и его бесчисленные опасности. Я почти у цели. ГГ. 1200. Лол. А как это возможно? Я сейчас сдохну, кстати. Но улучшения покупать ничего не буду, потому что мне не на что покупать их. Бля, мне хп надо. Там еще мини-босс будет, пиздец. Надо в натуре быть осторожным. Все? Мне подожди, точно за этот бой только одно выпало. Я умру. Я не знаю, что с урночек может выпасть, но я и знать не хочу. Урон просто бешеный. Но я мешочек не нашел, который мне нужен. Мешочек я не нашел. Но я зато сейчас могу сходить купить себе... Нихуя. Бля... Пойдем за хп... улучшалкой, что ли, тогда? А я хочу улучшилку. Хочу улучшилку. Чёртовые тварюки. Траванули меня всё-таки.
Надо от них держать ухо востро. Хотя бы есть куда спрятаться. Где мешочек? Мне нужен мешочек. Я продавать ничего не хочу. Мне нужен мешочек. Я хочу кузницу купить. Нету, снова. Да вы издеваетесь. Я хочу проверить, что это. Заменить. Что? Мне дали? Что я сделал? Я запорол себе забег. Особый удар заменяет на бросок, наносит 50 базового урона по области. ГГ, я запорол себе забег, зашибись, просто охеренно. Лучший забег, который был. Лучший забег, который был, я запорол просто как нихер делать. Я знать буду теперь. Молоток дерьмо, никогда не бери повторно молоток. У меня теперь урона даже нету. О чем можно вообще говорить? У меня урона нету. О, мешок. В глубине оскверненного логова Сатира, правший своим богом, валяются зловонные продукты и их благоухальные ритуалы настолько мерзкие, что их невозможно описать. Блять, обидно. Отраженные атаки. Это реально просто так обидно. Просто нахера так делать? Мне сейчас предлагают идти к боссу. Зашибись. Ну блин, если повезет. Получайте урон, если... Так. Получай меньше урона, если уровень ХП ниже. Сопротивление к урону. Надо сопротивление к урону брать. Цербер снова забирается в мешок.
Он в порядке. Ладно, отец. Просто в натуре это очень жестко, то что у меня максимальный наносимый урон. 1000 просто за три рывка, просто урон невыносимо здоровый. И я все это потерял. Потерял за какие-то... Наковальню. Проверил, что это за наковальня. Ты меня не остановишь. Море небес и земли. Все это принадлежит моим братьям. Моих кровавых родственники. И их мире мы живем. Нет, хватит скорбных речей. Бросьте мои дороги. Дерзкий цепляк. Но ничего, импульсивность. Это наша семейная черта. Найс. Я не могу, у меня урона нет, ну что я могу сделать? Я ничего сделать не могу, у меня урона нету, блять, просто. Ворот будем использовать. Это все тебе. Так низко повержен своим собственным неблагодарным ребенком. Я мог ожидать этого от своих братьев, но от тебя. А, найс.
Оу! Что я мог сделать? Блин, минус настроение. Ну какого черта? Такой забег охеритель. Нет. Я думал, все, победа, сейчас закончим игру. Нет, нет, не закончим. Почему? А потому, блядь. О, привет, Дуза. Как продвигается твой бесконечный труд? Господин Гипноз, вы не могли бы, вы знаете, сделать за очередь посетителю Аиду, как вам и положено? О, не проблема, конечно, могу добавить это в список дел. Хорошо, что же, я рада, что мы поболтали, а теперь простите немного, пожалуйста, вы выглядите довольно уставшим. Погоди, парень. Я видел, как твой отец стремительно выскочил из дома, все вооружены, значит, он сам выступил против тебя. И кажется, все прошло не так гладко, как хотелось бы. Ты был так близок к победе. По крайней мере, теперь я знаю, кто будет ждать меня, когда я в следующий раз поднимусь к храму Стикс и найду выход. Не падай духом, парень. Я тренировал не твоего отца, а тебя. Он, конечно, бог, но он всего лишь бог. Прости за подобное... предательские речи. Just a god. Всего лишь бог. Отец еще не вернулся, да? Думаю, что найду Меган. Где Медузка? Блин, я вообще-то ей подарок принес. Древние бочки с вином запрятаны в закоулке дома повелителя Аида. Немногие удалось пробраться, содержимое в них одурманенного винтажный напиток. Еще меньшее число существ удалось хотя бы приблизиться к ним. Все же, когда останется праздничное событие, мы сможем их опробовать. Торговать? В смысле? Чего? А почему не было показано, что с ним вообще разговаривать можно? Лул. Знаешь, здесь ужасно тихо, когда ты в отъезде. Если честно, это немного беспокоит, ведь формально я придворный музыкант. Послушай, я уверен, что если ты решишь снова начать бренчать на своей лютне, никто не будет возражать. Но берегись. Хорошо? Так, а сколько у меня? Если так подумать, кто вообще был... Уличная драка. Одно и то же повторяют. Уху-ху. Восстанавливать немного сердце. Я могу сразу этого сделать. Именно моего отца заказ одобрен. Но все равно не обращайте на это внимания. Особый предмет. Позволь... Так. Подрядчику дома отдохнуть. Предмет, который... разблокируется то, что ты не мог бы сделать без него. И добавить новые заказы. Два кристалла. Мне нужно новое оружие, получается, открыть. Для того, чтобы это сделать. Я наконец-то добрался до поверхности некто. И сразился с отцом там, на морозе. Мне не удалось одолеть его. Но я был так близок. Как я и говорил раньше, не отчаивайся. Ты сможешь преодолеть все трудности и даже сразить своего отца. Но на то потребуется силы и время. Ты стал ближе к своей цели. Добейся ее. Я, блять, уже почти прошел. Какого черта? Они взяли мне за пароли. Это обидно, потому что, блин, я накопил на эту чертову. Я подумал, что предметы, которые типа у меня были, они улучшатся. Типа, либо я получу плюс 2 на выбор. А в итоге нет, нихера. Сервер лучший прислужник дома. Что я могу обменять? На один алмаз? Нектар 5, ключи на нектар. Ясно.
Блять, обидно. Чё сказать, сука. Я хочу прилечь. Давай посмотрим, что у нас там нового. Лучник. Они по-прежнему любят соревноваться, чтобы узнать, кто из них лучше всех выпускает стрелы. И обычно мишени они предпочитают живые цели. Смерть больше не может помешать им в совершенствовании своих умений. Хотя на этом этапе быстрота прогресса им уже не добиться. Так, несколько раз я своими глазами видел, как чересчур храбрые или кровожадные воины забывали о своих обязанностях и бросали управление колесницами. Силы врезались во вражеские ряды, и в чем и рассказывается в историях. Конечно, в результате они погибали, но иногда доблестные и зрелищные смерти достаточно, чтобы заслужить пристойное место за огромным жизни. Разделительницам. Многие из них теперь служат украшением в глубинных чайших пропастях Тартара. Однако горстка из них обладает таким выдающимся рвением и талантом, что повелитель Аид вскоре нашел им работу в своем царстве. Кристаллы серы. Их концентрирование и ненависть преобразуются в лучи боли, которые тщательно стараются избегать даже хтонические боги. Артефакты. Наковальня Мойера. Однажды искусный ремесленник Дедал создал артефакт в знак уважения к трем Мойерам. А возможно, он просто хотел пошутить. Так странно подумать о том, что все события заранее предопределены Мойерами. Что они сплетают нити наших судеб, будто это всего лишь тканое полотно. Я бы предпочел, чтобы мою судьбу ковали из бронзы, а не пряли шелковую нить. Гранат силы. Иногда его называют в Олимпии. Называют окном в Олимп. Потому что в рельефе его кислых зернышек при желании можно увидеть эту священную гору. И таким образом стать ближе к богам, живущим на ней. Сердце кентавра. Здесь их в жизни существует заключение в пульсирующие сосуды, которые вознаграждают своих владельцев силой кентавров. Неизвестно, жив ли еще хоть один кентавр, чтобы заявить свои права на эти артефакты. Что вот это? Не открыто, не открыто. Что это вообще? Афина. Она благоволит людям моего статуса, и мне хотелось бы подумать, что она всеми силами сдерживает жестокие порывы своего единокровного брата Ареса. Протрок. Прости меня, сейчас я не могу почти ничего о нем рассказать. Ладно. Вечное копье. Должно быть сражение повелителя Аида, вооруженное вечным копьем врата из титановым, было великолепное зрелище. Вместе со своими братьями и сестрами с Олимпа он загнал этих демонов в бездомные глубины. С тех пор владыка сменил то ужасающее оружие на еще более огромный двузубец, который он любит размахивать для устрашения. Иногда он отмечает, что это оружие куда легче трезубца Посейдона, который является всего лишь его копией. Копье Варата, конечно, знавало лучшие дни, но это оружие создано для войны. И я полагаю, что война всегда его найдет. В конце концов, теперь им пользуется наследник повелителей Аида, в чьих руках оно напоминает двузубец владыки, который тут отдает предпочтение ныне. Отец и сын, похоже, хотя бы в этом. Окей. Так, а что мне? У меня ресурсов вообще почти нету. Что мне прокачивать? Мне прокачивать нечего, блядь. Во тьме силы. Увеличить количество допустимых. Я не знаю, типа... Нажмите, чтобы активировать золотые касания. Wait, what? Не,
неповиновение смерти, упрямое неповиновение. Упрямое неповиновение. Восстанавливает 30% вместо смерти, когда заканчивается все здоровье. Раз за зал. А почему мне не сказали раньше? Высокая уверенность. Наносит дополнительный урон, когда количество твоих очков здоровья равно 80% или больше. Плюс 5 урона за ранг. Глубокие карманы. Золотое касание. Получите монеты после прохождения каждого региона подземного мира. А текущего количества за ранг. Адская душа. Восстанавливает для своего броска. Манать, откуда я мог знать, что здесь еще есть что-то? Кипящая кровь. Кровь бездны. Получит возможность снизить скорость передвижения и урон врага, в котором есть осколок. Дополнительный рывок. Получи 50 к урону и шанс уклониться на 2 секунды, когда ты совершаешь рывок. Непосредственно перед получением урона. This one, then. А в чем прикол? И то я же получаю, в принципе. А, один раз за зал. То есть здесь какое-то количество их будет у меня. А здесь в каждом зале. А. Неплохо. Восстанавливать небольшое количество здоровья при входе. Восстанавливать немного хп при подборе от собранных количества за ранг. Наносит дополнительный урон, если бьешь во врага в спину. Наносит дополнительный урон, если впервые бьешь атакой или особым ударом врага, ранее не получившим урона. Херня какая-то. Блин. А фиг его. А фиг его. Типа плюс 30 хп у меня будет. А так я могу себе доп урон. Блин, а фиг его знает, реально. Ну, можно попробовать, но у меня минус хп тогда получается. Можно хотя бы протестить. Как дела? Вот иди. Скелли, ты как-то упоминал ту древнюю кровь, на которую я наткнулся. Тартарин, не знаешь, что мне с ней делать? Ничего вышеньки не знаем. Уверен, это абсолютно не связано с вон тем твоим адским оружием, которым вариантом, который ты по-прежнему не можешь пользоваться, верно? Так, вечная зеленая желудь. В последней схватке в каждой регионе подземного мира получаешься 0 урона от первых трех атак враги, которые заденут тебя. Так, так у меня, подожди, 88. Сто 25 уронов. Шесть уронов. Ах.
Ага. Ну, ладно, пока лучше с ХП походить, потому что у меня не так уж его много. Ну, думаю, в принципе, да, окей. Давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, всем пока.